Перелом основания черепа, закрытая травма живота. Сергей Николаевич, а вы знаете, какой норматив прибытия скорой на место? Я врач, а не водитель скорой помощи. 9-я бригада, выговор и лишение премии. Ну пошел ты. Друган из Германии. Проездом у нас тачки перегоняет. Если попадется патруль или полиция, я лучше буду похож на реконструктора. Чем на немца-мародера. Слышал? Что? Звук какой-то странный. Вот оттуда. Сережа, это блиндаж. В атаку! Ура! Может, нас завалило, и мы умерли. Не неси ерунду. Надо сваливать отсюда. 1941 год. Скорое наступление. Немцы ударят с левого фланга. Если мы не отступим, они нас сомнут. Завтра нам погибнуть. Этого допустить нельзя. Присяд! Я врач! Я помогу! Бинты, спирт, скальпель. Жизнь — это все, что у нас сейчас есть, понимаешь? Если ты сдашься немцам, ты больше никогда не вернешься. Не наше время. Я останусь с ними. Ты умрешь, понимаешь это? Они тоже это понимают. Но они не бегут. Готовьтесь к обороне! Гас Марч Филлипс, у меня есть для вас важное задание. Спасибо, сержант. Какое же? Уничтожить немецкие подлодки в Атлантике. Мы проигрываем войну. Гитлер не играет по правилам. И мы не будем. Как вам известно, меня не особенно любят в больших кабинетах. То, за что вас не любят, как раз меня и притягивает. Мне понадобится моя команда. Они вам не понравятся. Они немного... Нет! Того. И это правильно. Это совершенно секретное и неофициальное задание. В случае провала... Англии придется жить под немецким сапогом. А он, das ist не собака, das ist моя жена. Оборжаться. Только безумец пойдет на это. Сейчас же вернитесь назад. Алло, вас не слышно. Пожалуйста, идите на. Министерство неджентльменских дел. К нам никто не ходит, и мы никому не ходим. А мы что, кого-то ждем? Соседей. Каких соседей? У тебя много соседей, с которыми ты общаешься? Нет, у меня вообще таких нет. Кроликов, что ли? Ты просто им завидуешь. Разумные существа не могут завидовать животным. Добрый день. Я не с них. Любовь к мясу у меня от деда. Не-не, стоп. Для начала надо воткнуть нежно-нежно себе от себя. Посмотри. Пойду подышу. Между первой и второй промежуток вот такой.
Лина – цифровой психолог. Про психологов слышал, про нумерологов тоже. Но чтобы цифровой психолог? Для вас есть предложение. Как вы относитесь к совместному... Я тебе говорил, что заводить новых друзей под 40 лет – это плохая идея. Это у вас у цифровых психологов Господь завещал толпой? Виктор, расскажите, что вы сейчас чувствуете? Это возмутительно! Закусить? Пора что-то менять в нашей скучной жизни. Красиво? Пошло. Скотина. Дура. Или ты заткнешься? У меня есть план поинтереснее. Мы согласны. А вообще в курсе, чем выше либидо, тем ниже интеллект? Здрасте. Маша. Проверенные ребята. Витя! Романтические отношения, бурная личная жизнь. Ну это же нормально. Я дома. Мужиков в нормальных мало. Все заняты. Только секс и бабки. Бабки. Пообедаем. Можно салатик. Мам, могла бы мне там денег дать на твои? Пока живешь за мой счет? Никаких денег. Никаких. Тебе же нравится эта сраная романтика. Что я для тебя значу? Я так счастлив с тобой. За что он тебе переводит деньги? Что за животное? Я его посажу. Я могу трахаться с кем хочу, где хочу и когда хочу. Это же она? Ты мне очень нужна. Почему ты? Вот почему ты? Почему ты с ней общаешься? Она же дракон. Потому что она мой лучший друг. Мы достанем вам редкое создание, которое сделает вас величайшим владыкой на Земле. Хомячка, да? Они везут мою лучшую подругу в Африку! Если хочешь остаться, придется отработать свое место потом и частным трудом. Медвежонок Панда. Ну и шторм! Ваш чай, капитан! Горячий и... мокрый! Отправиться в путешествие... Это что? Африка? Чтобы спасти друга. Африка — чудное место! Но у нас много тех, кто любит есть друг друга! Храбрость. Меня зовут Пам. Я пришел, чтобы забрать домой своего друга. Не знает размера. Мир — опасное место. Уверен, что это путешествие тебе по плечу. Что за игры? А приз будет? Я знаю только то, что это мой долг. Ради друга. Я больше не стану убегать. Приключения Панды. У вас проблема? Ты только начал мне нравиться. Вот что у вас в горле квакало. Аккуратнее в следующий раз, малыш. В кино с 25 апреля.